надо собирать вещи, она спит. И что мне делать? Мы идем завтракать. Дочь, да. На пятый этаж сейчас поднимемся. Там покушаем. Потом до конца вещи соберем. И все, она будет быстро выезжать. Вот как красиво. Итак, мы поели. Махабача там сидит пока что, типа, доедает. А я взяла йогурт, чтобы в самолете покушать. И тут еще в кармашке у меня конфетки. Вот, иду. Пока номер наш. Все, нету номера. Грустно, все, уезжаем. Мы сели в автобус. Мы приехали в аэропорт. Так вот все красивенько. Сейчас зайдем внутрь. Мы уже внутри. Вот так вот все здесь красиво. Вообще классно. У меня чемодан весил 8. Но это не заметили, что я так поставила. Они не заметны. Типа они смотрели, я приклеили. Несмотря на чемодан, сколько он весит. Я быстро пах, убрала и все. Он весит 8 килограмм, а вроде как 5. Итак, мы уже все прошли. Этот вот так вот. Будем всякую есть смотреть. Потом купим что-нибудь. Какие-нибудь сувенирчики, чтобы домой привезти. И все. Скоро уже самолет. Здесь все очень дорогое. Тут все в еврох. А тут все дорого. Да. Очень дорого. Почему? Жалко, что не суммы. Если бы суммы, мы бы могли все купить. Да. Даже этот аэропорт. Мы тут пользуемся пробниками. Я губу сделала. Смотрите на вас. Прикольно. Вот эта штука кислая. А они говорят, что она не кислая. Вот, они говорят, что она не кислая. Хотя она кислая. Она кислая? Нет, конечно. Она кислая? Нет. А мне кислая. А еще мы там пробники были, мы там столько всего на себя сделали. Вот, видите? Смотри. Вот, да. Все, сейчас уже будем садиться в самолет и вылетать. Смотрите, мы снова так поднимаемся. Вот, приехали на автобусе. Теперь будем вот сюда так садиться. Вообще круто. Мне очень-очень нравится. Так, я села. У меня тут место сидания. Тут пока что никого нету. Либо тут и вправду никого не будет, либо потом придут. Вот, смотрите. Красиво. Вот еще люди идут. Значит, я буду не одна. Наконец-то все. Вот, мы уже дома. И смотрите, мне купили, точнее, вот такой вот тортик. Сейчас покажем. Вот. Я его просила, мне сделали, я рада. Смотрите, как он красивенький. Или мне нельзя, не надо разговаривать. Ну ладно. Это шпинатный. Смотрите, ребята, что мне подарили. Ребята, мы уже приехали домой. Ну ладно, я это снимаю спустя день. Просто я вчера забыла вам снять прощальное, как бы такое вот видео маленькое. Конец забыла вам снять. Мы уже приехали домой. Мне мама подарила цветы. И еще Гуляй Максатовне. Цветы мне Гуляй Максатовне. Потом еще тортик. Я его показала.
Кстати, он очень вкусный, шпинатный. Я очень люблю шпинатный торт. Это торт от Тап-Тате. Те, кто пробовали еду от Тап-Тате, они понимают, что этот торт очень-очень вкусный. Вот. В целом, мне все понравилось. Я просто немного приболела. У меня болит голова, у меня болит горло. А так все, в принципе, good. В целом, это, наверное, все. Мой влог с Ташкент теперь закончен. Ждите новые видео, новые идеи. У меня их много идей, но реализовать их, конечно, сложно. Но я буду пытаться, 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 еще раз пытаться. Давайте, всем пока. Всем пока. Подпишись на мой канал и поставь лайк этому видео. Пока-пока.